Здравствуйте, это мое третье видео об улучшениях, которые произошли с моим ребенком после лечения в центре Бер-Давид. Первое. Ребенок стал узнавать себя в зеркале. Если раньше он шел мимо зеркала, как будто его и нет, не замечал его. А если смотрел, то не видел себя там, будто там никого и ничего нет. А сейчас он, когда видит себя в зеркале, он очень улыбается, показывает себе язык, корчит рожицы, что-то там танцует. Очень интересно над этим наблюдать, потому что раньше такого не было. Дальше пытается сам одеваться уже и раздеваться. Раньше я сама его одевала, раздевала, и то он не всегда давался, чтобы я это делала. Сейчас он же раздевается лучше, чем одевается. Одеваться ему сейчас пока сложно, но все-таки он пытается уже быть самостоятельным. Дальше, что еще? Стал лучше выполнять просьбы. Ну, просьбы пока такие легкие. Вот, и некоторые с жестами, то есть я ему показываю, там, подними то-то, сложи это. Вот, но некоторые просьбы без жестов, например, закрой, открой дверь. Если даже мы где-то далеко от двери стоим, я говорю, закрой дверь, пожалуйста. Он посмотрел, где эта дверь, пошел, закрыл ее. Так, что еще? Стало меньше истерик. И таких истерик, как были раньше, по полчаса, по часу, которые нельзя было никак остановить. Сейчас, если есть что-то такое, какая-то истерика, то ее уже намного легче остановить и намного быстрее. Стал менее переборчив в еде, стал больше кушать продуктов, какие раньше он не кушал. И у него стал лучше аппетит. Например, он раньше мог съесть 2-3 ложки и убегал. Сейчас же он съедает целую миску. Так, стал более осознанный у него такой взгляд, какой-то другой. Как бы раньше был такой более такой безразличный, да, взгляд, то сейчас же он такой более осознанный, да, ну какой-то другой. Также он стал больше, еще больше улыбаться и смотреть нам в глаза. В принципе, все, что я хотела сказать, и все наши изменения, улучшения. Буду и дальше наблюдать и выкладывать видео. Спасибо вам, Давид, за все.